Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся на кухне. Сегодня я расскажу, как засолить красную рыбу. Форель, семгу, горбушу, все что угодно. Киту, чтобы она была божественно вкусной. Самый проверенный рецепт. Проверенный рецепт, проверенный рецепт. Годами я его уже проверил. Давайте начнем. Все легко и просто. Поехали. У нас, у нас есть, вот видите, емкость. да? Тут как, как такие вот филеечки уже так и под низом есть у нас. Ну, это тиша тоже я солю. Суповой набор, ребрышки. Я то есть не оставляю кости на бульон, а максимально засолю, потому что я люблю вот эту тишу, жирок. Тут и на салат, и филе, и кости вот эти ребрышки, и хребты. Все солится по одной схеме. Все очень просто. Чтобы вы не солили филе, супа, тоже можно а, пивной набор вот этих хребты засолить ребрышки, то все тишу, все солится одинаково. Давайте начнем. Что нам здесь нужно? То есть запомните, на 1 килограмм форели либо вот этих костей для пивного набора, либо семги. ну в нашем случае форели, на 1 килограмм мы добавляем 40 грамм соли обычной и 20 грамм сахара. То есть все делаем через весы, ребят. Лучше завесить. Но если нету весов, 20 грамм с горкой это одна обычная столовая ложка. Еще раз запоминаем раскладку. 40 грамм соли обычной, 20 грамм сахара на 1 килограмм рыбы. Запомнили. Далее обязательно растительное масло. Оно поможет лучше, то есть наша рыба засолится быстрее разойдет соль сахар и я раньше просто солил соль сахар, но тут лучше добавить вкуса мы вот берем 4 вида перчиков и добавляем ну слегка много не надо перец а, горошком мы не мы не измельчаем его, он придаст вкус, но при этом, то есть э, э, слегка такой аромат придаст перчика, из-за этого мы добавляем его целиком горошком. Далее, что я очень люблю, именно сушеный сушеного укропа немножко добавим, чуть-чуть, пару щепоточек сушеного укропа. Это тоже э, придаст вкус. И как следует это все дело перемешиваем. Можно даже вот в тепле, чтобы часок это все постояло. Далее убираем. Здесь смотрите, вообще красная рыба, да, посолить это там через полчаса ее можно есть, да. Но я, но я ее солю обязательно трое суток в холодильнике. Почему? Потому что я потом еще буду ее морозить, чтобы она лучше просолилась как следует это все дело перемешали. Можно раз в день доставать. Еще как след перемешиваем. Накрываем крышечкой. Ну, час постоит у нас в тепле. Накрываем крышкой. Через трое суток я вам покажу. Будем пробовать. То есть можно через день попробовать. Но я буду просто, когда уже буду замораживать, тогда и попробуем нашу рыбку. Именно вот эту укроп сушеный, он дает такой обалденный вкус. Много не надо засыпать. Чуть-чуть для вкуса. Вы сами убедитесь, что не свежий, вот свежий укроп не пойдет. Именно пойдет, именно нужен сушеный укроп для нашей красной рыбы. В этом главный секрет. Все, ждем трое суток. Ну вот, прошло трое суток. Посмотрите, какая получилась красота. Наша семушка. Я вот ее заморозил уже. Филе. Вот у нас. Такой пивной набор получился. И филе. Это все на заморозку. И понемножку может доставать. Хоть год это все есть. Семушка такая. Не семушка, а форель. Вот такая вот красивая получилась. Пробуем. Изумительно, ребят. Здесь есть и деликатесы. Ребрышка к пивному набору видите, с головы, это все можно есть, все жирненькое, тиша, я тишу вот больше люблю, чем даже соленую рыбу, она жирненькая. Хребет, видите, вот этот. Кто любит пиво, это идеальная закуска. Я просто так могу эти косточки поесть, обладать вот ребрышки. Смотрите, какой деликатес. Прямо обалденно. И смотрите, перчик чувствуется пряность перцев, но не сильная. Потому что мы не измель... перец не измельчали, он целиком горошком. Я только передал вкус, но остроты такой нету. Благородный вкус перчиков четырех. Немножко вот сушеный укропчик, соль, сахар, масло растительное. Ну, ребят, это просто обалденно. Салю я каждый год вот так вот одинаково, без изменений уже много лет. Итак, на сегодня все. Всем пока.